أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد уважаемые братья и сестры السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Мне бы сегодня хотелось вам рассказать одну историю, один случай, который произошел во времена пророка саллиллаху алейхи вассалям. Одна пожилая женщина, старушка, возвращалась домой с рынка с полными пакетами продуктов. Ее ноша была нелегка, и поэтому ей часто приходилось останавливаться по пути по дороге. Приятный на вид, на внешность человек, видя, что женщине тяжело идти, подошел к ней и предложил ей свою помощь. Старушка охотно согласилась, и они оба медленно пошли в путь. Надо отметить, что в те времена в Мекке, Мекка разделилась на два лагеря. Это на тех, кто принял посланничество пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и на тех, кто отверг его. Старушка же оказалась на редкость общительной, и она всю дорогу жаловалась своему спутнику на то, как изменилась их жизнь после того, как Мухаммад, сын Абдуллы, начал проповедовать свои идеи. «Дорога нам предстоит длинная», — сказала старушка. «И поэтому давай поговорим о чем и о ком угодно, но не о Мухаммаде. Слышать не могу это имя. Вся жизнь наперекосяк после его речей. Не признает религии наших предков, говорит, что все мы должны поклоняться только лишь одному Всевышнему Аллаху». И вот таким образом всю дорогу пожилая женщина высказывала оскорбления и угрозы в адрес пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Молодой же человек, этот спутник, шел рядом с ней, молча, спокойно, терпеливо перенося трудности дороги. И вот, наконец, они подошли к ее дому. Незнакомец положил пакеты у ее дома и собрался уходить. Но старушка начала благодарить его и сказала: «Спасибо тебе, помог ты старой женщине. Скажи, как тебя хоть зовут?» Мужчина что-то ответил, но женщина не услышала и переспросила: «Как? Повтори, старая, как тебя зовут?» Мужчина повернулся и чуть громче сказал: «Мухаммад, сын Абдуллы». Пораженная женщина, старушка, упала на колени и, подняв руки к небу, произнесла: «Ашхаду ан ла илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммада расулюллах. Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения ему, кроме как единого Аллаха, и что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, является его посланником». Уважаемые братья и сестры, все, что происходило с нашим пророком, с нашим любимым пророком, саллиллаху алейхи вассалям, безусловно, служит назиданием для нас. Но и это должно служить для нас пищей для размышления. Замечательно, что старая женщина, видя чистоту и красоту нрава нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, приняла ислам. Видя его благородство, она стала мусульманкой, и это, конечно же, очень трогательный момент. Но это не единственный урок, который мы можем извлечь из этой истории. Вы обратите внимание, старушка, не принявшая ислам, относилась негативно к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, даже не зная его, кто он такой, основываясь только лишь на мнении окружающих, не удосужившись самой узнать истину его пророчества. И это очень актуально и в наши дни, когда весь мир будоражит и лихорадит, когда в обществе распространяются противоречивые идеи, когда людям пытаются навязать стереотипы и ложные идеалы, в которых даже крупинки истины нет. И
Самый главный урок, который мы можем извлечь из этой истории, это не судить сгоряча, не проверив факты и идя на поводу мнения окружающих, так как истина может быть прямо противоположной, как это было, как это случилось с той старушкой, которую мы выше рассказывали. И, конечно же, нельзя не заметить тот благой нрав нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Ведь всю дорогу старая женщина, как только не обзывала нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и угрожала ему, но он шел рядом с ней, терпеливо перенося трудности и помогая ей. Он не бросил ее пакеты, он не ответил ей негативом. И вот этот благой нрав привел эту женщину в ислам. Этой старушке даже и ничего не оставалось сделать, просто слишком шокирующим было то, что с ней случилось. Уважаемые мусульмане, ведь все мы хотим, и чтобы нас называли теми, которые следуют за сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям, так давайте же и мы, как и наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, будем проявлять доброту и красоту. Пусть Аллах нам в этом поможет. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.